Масштабная реновация риотовской мануфактуры завершится в 2023 году. Концепцию развития хлопкопредельной фабрики и прилегающей к ней территории представили в коворкинг-центре Open. В бизнес-завтраке приняли участие предприниматели городского округа, а также глава Реутова Станислав Катаров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. То, что мы сегодня увидели, это уже на ту созданную инфраструктуру, которую сделал город, это и парк, фабричный пруд, это и прилегающие территории, это все то, что в дальнейшем позволит создать на территории фабрики и тех предприятий, которые входят в эту зону развития, совсем другого уровня площадки. Сейчас приводят в порядок фасады и внутренние помещения фабрики. При этом исторический облик зданий будет бережно сохранен. Следующей осенью планируют открыть торговую галерею. Также на территории нового бизнес-кластера появятся гостиницы, музей и аквапарк. Всего власти планируют привлечь 325 резидентов и создать 1200 рабочих мест. Будет новые точки привлечения, новый бизнес туда будет садиться. Это стрит-ритейл, это фудкорты, это рестораны, которые будут также наполнять эту фабрику новыми функциями. Мы, наверное, были все в депо на Белорусской, да, в других таких модных местах, как Флакон, ну и так далее. И здесь это такое же модное место возможно создать, и оно будет создано. В рамках деловой поездки в Реутов Игорь Брынцалов также побывал в новой клинико-диагностической лаборатории. Ее открыли на базе Центральной городской клинической больницы Реутова 9 сентября. Там проводят исследования ПЦР-тестов на COVID-19. Работает врач, три лаборанта и медицинский регистратор. У нас лаборатория обеспечена приточной вытяжной вентиляцией. Вот самая дорогая фильтр, часть была. Да, да, фильтр высокотонкой очистки, который полностью уничтожает, фильтрует вирусы, соответственно, в окружающую среду вирус не попадает. А еще используются новейшие методы диагностики и есть все необходимое оборудование, в том числе боксы биологической безопасности. Таких лабораторий в Московской области всего 6. В Реутове ее ждали почти 8 месяцев. Она позволит значительно сократить время получения результатов анализов. Так как раньше все эти материалы отвозились в Мытищи, в Королев, в Подольск, то сроки получение ответов иногда могли бы занимать 2-3 дня. Сейчас в течение одного дня мы получаем ответ. Лаборатория рассчитана на 400 проб в день, но сейчас, когда заболеваемость коронавирусом в Реутове снизилась, туда ежедневно поступают порядка 100 образцов. Из них в среднем 20 показывают положительный результат на COVID-19. Наталья Григорьева, Александр Попов, телеканал ТВ Реутов.